Дорогие друзья, а вы знали то, что с 5-м сезоном нам разрабы дали баганую машину? Я рад их приветствовать. Всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с вами как всегда Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Roblox, режим кардейшип тайком в Роблоксе. И сегодня мы поговорим о баге, который, получается, у нас появился с новой тачкой за ивент, и его до сих пор не пофиксили. Сегодня у нас среда, а обнова была в субботу, то есть уже пошло примерно 3-4 дня. И сейчас я вам покажу один баг на эту новую, новый Кадиллак. Получается, как я понял, это из-за того, что он настолько длинный, то что он может цеплять. Вот, к примеру, вот мы по ребрик сейчас будем цеплять. Все, баг сработал. 500, 500, 600, 600, вы видели? Новый рекорд в КДЦ по скорости. Не, ну вот, мне интересно, почему еще не пофиксили вот на самой низкой подвеске. Вот так вот, если брать, получается, бортик, то можно нехило так разогнаться. И мы сейчас вот видели только что, мы 600 км в час летели. То есть как будто новый рекорд по скорости в КДТ. Даже абсолют нервно курит сторонки, даже с новым движком. Получается, вот весь баг. Не знаю, когда его пофиксят. Возможно, в следующем обновлении, а возможно, уже завтра. Не знаю. Потом пойдут, знаете, в комментах. А Фокс знает об этом? Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы узнали о этом баге только сейчас, а не ранее. И этот ролик будет для вас полезный. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Айрон. Всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч.